Всем добрый вечер. Просили, показываю. Эта комнатка в арке называется Азалия. Вот, я сам только что узнал, если честно, как она называется. Просили показывать. Вот, завтра заселяются просто гости. Комнатку убрали, поэтому у меня есть такая возможность вам ее показать. Не знаю, показывал я или нет ранее ее. Но здесь поменялись кровати. На сей момент вот... Ну и на сей момент и в последующем будут стоять вот такие вот боксы. Тумбочка, скорее всего, заменится. Эту тумбочку мы взяли временно с третьего этажа. Сюда будем, наверное, новое что-то покупать. Что-то менять. Ну, посмотрим. А может, эту оставим, туда новую купим. Сегодня Михаил купил вот такой вот удлинитель. Там сразу можно ставить шнур, чтобы заряжать телефон. Сейчас же новый iPhone, во всяком случае, без блоков питания. И даже можно дубайские эти заряжать. Я смотрю, такие же вилки. Ну что, в номере две кровати. По 1,40 м. Шкафчик. Холодильники. Точнее, холодильник один маленький. Кондиционер. Давайте открою, покажу вам, что тут есть. Посуда. Чайник. Там еще подушка какая-то или одеяло. Я не знаю, что это там. Холодильничек небольшой. Какой-то бардачок получился. Ну ладно, вы поймете. Просто шкаф открытый. Так-то он закрытый. В закрытом состоянии тут либо деревяшка, либо зеркало. Не буду сейчас тут дербанить все. Санузел классический, как я и показывал ранее. И все время встревал в зеркала. Поэтому вот так из-за угла показываю. Душ. Умывальник. Туалет. На крыше, напоминаю, есть зона отдыха. Пожалуйста, кому интересно, можете там отдыхать. Вот, что еще сказать. Ну, до моря 200 метров. В парке все рядышком. Все рядышком, но это я уже неоднократно рассказывал вам. Цены будут в описании. Попозже я сделаю еще один ролик, уже когда все уже стаканится. Все правильные тумбочки поставятся. Я еще сделаю нормальным вариант. Все, коротко, надеюсь, ясно. Всем пока, до новых встреч в эфире.